Всем привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. И сегодня у нас на обзоре вот такая вот штукенция. Тачка не новая, поэтому коробку я выкинул. Она пришла вся мятая. Вот, не стал заморачиваться я с этим. И сейчас мы с вами посмотрим, что и как здесь обстоит. Я думаю, вы все знаете, что это за аппарат. Вот. Амортизатор залитый. Смотрите, как работает. Смотрите, мягенький. Так. Это класс у нас получается Short Course. Traxxas Slash. И это у нас 2WD. Здесь нет полного привода. Здесь только задний привод. Дифференциалы разблокированы. Так, покрышки неправильно стоят. Ну ничего, переставим. Очень хорошая подвеска. В принципе, шаська такая прыгучая. Обзорчиков я посмотрел на нее много. Вот, машинка немножко поезженная, но полный сток. Вот, состояние такое прям идеальное. Все, не коцаны, ничего. Вот, поэтому решили, что он должен быть у нас на канале. Все сток, никаких изменений нет. Единственное, что только вот наколхожено с разъемом. Но это мы все исправим. Вот. И сейчас мы с вами, в принципе, тут вот рассказывать, в принципе, нечего. Тачка, многие катают. Вот, шорт такой интересный. Вот, шустренькая модель. Но в стоке, конечно, немножко маловато ей мощности. Надо, конечно, добавить немножко мощности либо аккумулятором, но не знаю, насколько хватит, кстати, регулятора. Вот. Либо поставить все-таки бесколлекторную систему на него, и тогда он будет вжаривать очень так неплохо. Очень прыгучий. Вот, смотрите, и ходы у него такие большие. Поэтому он хорошо проходит препятствия, его не подбрасывает на всяких маленьких кочках, он их проходит ровненько, а большие уже берет прыжком. Вот, тачка РТР, вот, полный комплект, у нее все стоковое. Кто-то занимался съемками и на аппаратуре, и на самой модели присутствует крепление для экшн-камеры. Ну, без разницы, там, GoPro, там, у кого какая. Вот, в принципе, особо рассказывать здесь нечего. Мне хотелось как бы небольшое такое вступление сделать. Я сразу в этом видео хочу задействовать и распаковочку, и первые, грубо говоря, такие выезды. Вот. Обязательно на днях съездим, потестим его, попробуем, как он ездит. Вот. И дальше мы уже пойдем его апгрейдить, потому что как говорится, на ютубе много видео. В стоке он, конечно, немножко слабоват. Хочется, конечно, от него побольше мощности, побольше скорости. Так что давайте, в принципе, запустим его. Аккумулятор здесь есть. Аккумулятор здесь гидрит. Вообще ни о чем. Надо хотя бы поставить липошку. Так. Включаем аппаратуру. Здесь аппаратура включилась. И удерживаем кнопочку. Все, включился. В принципе, сервочка стоковая, такая шустренькая. Вот. И он, в принципе, ездит. В принципе, даже на гидридном аккумуляторе обороты очень даже неплохие. Но, конечно, надо все равно поставить 2S хотя бы. Вот. И потестить все это дело. Вот такая вот у нас интересная штучка сегодня на обзорчике. Так что, я думаю, интерес у вас тоже к ней будет. Следите за, как говорится, ее дальнейшей жизнью. Посмотрим, как он себя покажет в стоке. Немножечко его покатаем. Ну и, соответственно, потом апгрейдим.
посмотрим, сколько живут стоковые, как говорится, мосты, ну, точнее, редуктор. Но, как практика показывает, вроде долго. Вот такая вот штука у нас. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. О, кстати, нашел косячок на корочке. И пишите, что вы хотите, чтобы с ним было. Хотите ли вы его наблюдать в стоке, или хотите, чтобы его мы затюнили. И с чем сравнить. В наличии у нас, как вы уже видели по распаковке, есть всем известные маложивучие катаны, ну, боуи, химота. Вот. И еще у нас будет в дальнейшем, немножко забегу вперед, еще один аппарат интересненький, вот, который мы с ним обязательно сравним. Они немножко похожи, ну, по внешнему виду, но по начинке совсем разные. Так что подписывайтесь, следите за всеми новостями. Пока.